Знаешь что? Я сейчас вроде понимаю, что я спускаю свое прошлое. Я вспоминаю, кто снял мой первый блог. Может быть, это происходит, не знаю. Ох, не знаю. Вот еще критерий истины. Не сомневайся. А, не сомневайся, Гамлет. Если ты сомневаешься, как можно не сомневаться? А? Вот ты сомневаешься, да? Как можно, блядь, просто взять и не сомневаться? Вот как, блядь? А вот никак, нахуй. Если ты сомневаешься, значит, блядь, это не то. Так вот. И тут схлапываются противоположности, когда я говорю никогда не сомневайся. А и вторая противоположность. Когда я говорю, если ты сомневаешься, не верь. Как так? Никогда не сомневайся. Верь сомнениям. Сомнения это всегда верный признак того, что это ложь. Если есть сомнения, ложь. Нет сомнений, правда. Равновесие. 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 Идеальное. Идеальная симметричность и красота. Зачем вы копаете? Зачем вы копаете себе яму? Смотрите на то, что вы видите. Видишь? Идеальная симметричность. У тебя идеальная симметричность, ты идеально красивая. Какие внутренние органы, какое сердце? О чем ты, блядь? Нахуя? Нахуя вы копаете вглубь себя? Нахуя вы начинаете, блядь, разбираться, что вы, блядь, там внутри? Копание себя, это закапывание себя в гроб, нахуй. Чё тут непонятного, блядь? Чё тут, блядь, непонятного? Не копай себе яму, блядь, не копай себе, блядь. Погиб. Почему я, интересно, матерюсь? Не знаю, это, наверное, какие-то ключевые слова, которые нужны для вашего выхода. Ну так вот, продолжаем. Не копать. Не копать внутрь. Сука, буддисты, кто это? Кто эту дрянь начал, блядь? Кто эту дрянь начал? И когда? Эту дрянь начала когда взгляд вовнутрь. Взгляд вовнутрь, блядь. Вот она, блядь, Россия. Хуёвое зрение, блядь. Да ты смотришь не на то, что видишь, блядь, когда ты, блядь, вот, блядь, у тебя рассеянное зрение, и ты пытаешься вот там проникнуть в себе, вглубь, в себе, в суть. Какую суть ты пытаешься проникнуть внутри, блядь? Чё ты там можешь найти? Чё ты вот там можешь найти? Кто, блядь, эту религию нахуй придумал? Внутренний мир, блядь. Внутренний мир, блядь. Ответ внутри тебя. Покопаешься себе, найдешь в себе проблему, и тогда мир сменится вокруг. Ты же хуйня, люди. Ты же полная хуйня.
Да, блядь, насыщена у меня жизнь. Я через столько хуеты прошла. Знаете, что? Я просто нахуй всем верила. Я доверчивая, нахуй. Я нахуй доверчивая. Я просто нахуй всем верила. Без разбора. Без разбора. Всем нахуй верила. Вот поэтому у меня, блядь, такая жизнь веселая. А, блядь, у нас там это самое. Да, погнали, блядь. И знаете что? Вот я всем верила. Все равно, блядь, в конце пути какая-нибудь хуета была. С этим всегда хуета стояла. Наверное. Не знаю, блядь. Мне кажется, кажись, я прошла через все вот эти теории, блядь. Я прошла все эти теории. Не знаю, блядь, где я была, в каких пространствах, блядь, в иллюзиях. Не знаю, мне похуй, как я в этом убедилась. Не знаю, мне действительно похуй. Как я в этом убедилась, откуда я это знаю? Что это хуета? Это, блядь, хуета. Меня больше нахуй не переубедишь. Все. Для меня эти слова пустые. Пустые, я сейчас... читать, я их вообще не восприму. Потому что я знаю, что это хуета. Неверно написано. О, Господи, неверно написано. А, ну таки вот. Ну и чё? Я всем верила. И встретился Миша. Которому я тоже поверила. Но знаете, в чем было отличие? То, что в ту хуйню, которую я верила, я шла всегда до конца. До того момента, пока я могу, пока у меня есть силы. Я шла всегда со своей верой до конца. Я всегда верила своей вере. Я всегда верила в то, что верю. Вера. Видение. Видение солнца. Я всегда верила видению солнца. Это так что получается? Не понимаю. Я всегда... боюсь смерти. Мой самый большой страх, через который я не сумела переступить. Это мой самый последний блок был защитный. Понимаете? Защитные блоки. Защита. Это была моя последняя защита. Это мой последний щит. Когда на меня напали, когда я... Вот, моя сущность. Вокруг моей сущности много защит. О, нихуя. Тут, блядь, чудо. Которая на животе. Короче, у меня
были защитные блоки. Походу, мне их пробивали. Мне пробили первый блок. 7 блоков? Почему 7 блоков? Не знаю. Может быть, 7. Я боюсь сейчас как бы. Спиздить вам. Потому что это тоже, знаешь... Все говорят 7-7-7-7-7-7. Но я тоже в 7 сейчас не верю. То, что построено пустословие. Я не знаю. А может быть, у меня был только один защитный блок, который мне пытались пробить. О, еще сильнее животу за это запульсировала. Да, верно, у меня был один защитный блок. Очень сильный. Страх смерти. И я лезла с ним везде, везде, везде нахуй. Мне везде били по этому блоку. Может быть так. Но так как у меня очень было много иллюзий, эта смерть постоянно приходила ко мне. Смерть приходила ко мне под разными масками. Но я им не узнавала. Я им не узнавала. Она мне говорила. Она мне говорила. И вот, блядь, недавно когда